Губернатор Одесской области Максим Степанов, как и обещал на аппаратном совещании, встретился с юными гимнастами и их родителями. Зал, где тренируются дети, нуждаются в ремонте. Руководство области готово выделить деньги на эти работы. А вот удалось ли решить проблему, узнаем прямо сейчас у корреспондента-репортера Дмитрия Богомолова. Дима, привет! Как прошла встреча губернатора со спортсменами? Вот что удалось решить? Здравствуйте! Встреча между губернатором, родителями, тренерами и руководством 10-й спортивной школы уже завершилась. Напомним, договор между городским спортивным управлением и Министерством обороны об аренде зала на сельскохозяйственном переулке завершается 30 ноября, после чего, по словам администрации стадиона, зал будет опечатан. Родители собственными силами провели визуальный осмотр крыши и заверяют, что достаточно будет косметического, а не капитального ремонта. Средства для соответствующих работ пообещал найти губернатор Одесской области Максим Степанов. Это будут спонсорские деньги. Как временный вариант, родители нашли помещение для тренировочного процесса в Киевском районе на маршала Жукова. Территория этого 400 квадратных метров. Соответствующая аренда, договор об аренде будет заключен между городским спортивным управлением. После ремонта зала на сельскохозяйственном переулке спортсмены смогут вернуться в этот зал только при условии продления договора аренды между Министерством обороны и городским спортивным управлением. Но соответствующее разрешение якобы Министерство обороны готовы дать. В то же время губернатор пообещал родителям, что в следующем году будет инициирован проект по строительству объекта для спортивной гимнастики, для художественной гимнастики и прыжков на батуте. Территорию для этого нашли уже на базе стадиона «Динамо» на Французском бульваре. Будем следить, как будет развиваться ситуация дальше. Да, привет. Спасибо, Дмитрий. Я напомню, что на прямой связи со студией был корреспондент-репортер Дмитрий Богомолов, который присутствовал на встрече спортивных гимнастов с губернатором Одесской области.